Доброго времени. Сегодня 8 марта. Конечно, с точки зрения конспирологов, не совсем хороший день. В любом случае, всех девушек, всех женщин, всех, кто считает себя слабым полом, который фактически является сильным, всех амазонок, изначально все женщины были амазонками, воинами. Это они потом спустили все на мужчин. Сделали себя слабыми. Поэтому хочу вас все-таки поздравить. Быть сильными, казавшись слабыми. Быть счастливыми. И быть просто радостными и всегда спокойными. В общем, как говорится, счастья, радости, спокойствия. Я Русь. Благодарю.